Лафазамс? Давно. Сквирт в лицо, сквирт в лицо. Пить не буду. Да почему? И, короче, нам настолько было холодно, что мы начали прыгать. И знаете, что мы кричали? Кто не скачет, той маска. Десятый класс, она курит первый раз со мной. Я знаю, ссор зайдет любой малышке, что висит со мной. Садись на стол и крути, я пошел встречать прибой. Хай-хай, с вами Саша Джиггернау. Я уже как Ивангай здороваюсь. Хайки-яйки, вот. Хайки-яйки, да. Типичное мое приветствие. А сейчас у нас дневные походушки, то есть тачки у нас стоят. А во дворе мы нашей школы, где мы учились, в моем случае я учился 10 лет. А Валентин сейчас, Валентина, оператор у меня не Генка. Генка качается. Вот, Валентина все 11 лет тут проучился. Вот, в общем-то, наши портреты. Ну как? Портрет нашего класса, как бы нашего выпуска 14-го года. Учился я в Б-классе, ну, в старший класс, когда перешел. Вот, именно я в Б. Вот, ну, школу как? Вроде двор. Да я когда заходил, получается, вот, грубо говоря, полгода назад, хорошо обустроили. Наверное, они падали, специально нас ждали, пока мы выпустимся. И давай, красоту, короче, наводить. Ну, так всегда, это закон полости, он даже для инвалидов сделали дорожку. Ну, в общем, сейчас гуляем по городу, у нас плюсовая температура, охренеть какая плюсовая там. Бабье лето. Да-да, к 30 уже подходит. Вот, я сейчас после картошки валёк, после листовки. В машине же это все мельком пролетает, а тут хоть подойдем, расскажем что-нибудь. Вот, у нас в школе, короче, есть кадетские классы, как заметили на фотках, все в военной форме. Вон там Никита с краю. Вот, Никита, Колян, возьми их, если найдешь. Сейчас, подожди. О, фокус взял. Ну, вон. А где они вообще? Вон, вон. А, справа, справа, вон Никит. Никит справа, в самом правом краю. Да. Но ЕГЭ он не сдал, так как в кадетском классе с них с учебы спрашивали мало. Аттестат-то у него хороший был, но показателя по ЕГЭ нет. Поэтому он сейчас в армии. Аттестат в крови. Бабакам конвой. Бабакам. Габас. Че, пойдем? Да, давай. Валюк, давай, поздоровайся. Здрасте. Да. Жалко только, блядь, ветер дует. Моднявые усы. Да, моднявая бородка. Моднявая борода, да. Хипстер. Да, кстати, да, в натуре мы что-то хипстер. Я вот в кепочке, ты с чем там? В поло. Ладно, поло, пойдем. Еще такие макасы белые. Вообще. Прямо да. По моде. Просто. Такой пацанчик, красавчик такой. Второкурсник. Активист. Председатель штаба ЖКХ. Форумщик. Сигнал. И тут такой будет. Можно мне какую-нибудь научную работу? Это надо мне, это надо. Я повышенную степуху. Потом у меня будет такая степуха, все соснут. Я такой скажу, соснули все. Короче, это на будущее. Вот кто в Валька не верил, кто его вчера, кто его сегодня, короче, за прическу подъебывал. Давай еще раз. Соснули все! Вот так вот. Солнышко пропало. Индосити. Что-то. Так, вот это получается уже идет супермаркет, где мы раньше с ней лимонад покупали. Возле площади. Сюда идем, сейчас что? Тут у нас город-то за 5 минут пешком обойти. Да. Блин, плохо, моноход короткий, конечно. Брать такой. Ну блин, он зато, знаешь, он в сложном положении, он вот в ладошку помещается. То есть его в карман положил, и все. И если что, плюс у него мягко удобная, мягкая. Не то, что кнопка мягкая. Да, кстати, она не проваливается. Вот. Вот тем такое. Более. Та кнопка, я ее постоянно поправлял. Вот сейчас солнце. Ой, зеки. Я таю. Где? Там вон два. Да, блядь. Скины. Какие-нибудь эти, блядь. Не по ТО, а колледж. Лицеюшники. Хочешь прикол? Какой? Короче, в группе, вот, что-то там, послушный Мелюз, короче, спросили, типа, кто у нас в Мелюз занимается видеоблогингом, там, вся хуйня. Вот. А, я слышал, ты рассказывал, типа, вот сразу скидывали твое видео. Пишут, Джага 28, я, короче, когда у меня сломалась тачка, я, стою, жду такси, короче, вызвал такси, вот, стою, жду, и получилось так, что проезжает пацан на велике, ну, блядь, лет 13-14, может, здорово, я такой, привет. Вообще, не знаю, кто это такой.
Потом уже все, тачку поставил, вот в этот же день, ну, спустя там часа 2-3, тачку поставил домой, на сигналку ставлю, чувак идет, вот так оборачивается. Здорово! Я такой, привет! Все, это уже плюс 228 к популярности. Чувак, чувак, который добавился ко мне в скайпе, не жди тутера, его не будет. 3000 лайков не набрали. Вы можете не ждать. Вот. Смотри, землю побелили. Где? А, это что ли? Да, полиэтиленки накинули. Че, как там Джага? Какой Джага? Где Джага? Че, там как шишка стоит, да? Я же охренел, думаю, кто это ко мне добавляется, блядь. Уже сразу так это, пик напрягся. Популярности так. Напрягся сразу. Это местный БПАН. Без глушителя шестерки нет. Так, а вот мне все-таки интересно, что это такое-то? Они, наверное, это что-то посеяли, чтобы их морозом не ёбнуло. Вот там вот вроде это. Цветы стояли. Я, кстати, походил по этой земле позавчера или вчера когда-то. Что-то подозрительно. Эти, наверное, пейзажи вам покажутся незнакомыми, но мы тут проезжали миллион раз. Просто миллион раз. И ночью. Да, и это, как правило, было ночью. Поэтому тут все вот так вот в новизну будет. Так, ну это у нас... Уже индустриальный колледж? Что? А где лицей? Куда лицей делся, мать его? Это уже не ПТУ, а колледж. Вот. Вот тут бы я учился. Тут учится на сварщика, на повара там. Повар спрашивает повара. На парикмахера. Повар! Кадеты! Твоя профессия! Кадеты! Вон, кстати, идет на просьбу. Народ, слушай, живенький ходит. Вот, бодри. Бодро ходит народ. Они, наверное, это, походу, твою лекцию слушали. Какую? Бодри. Да. Бодри, погода отличная, просто ништячок. Солнце что-то, кстати, пропало. Солнце? Да. Это нормально. Короче, в Стерлике списывался. В Стерлике тоже такая же теплая погода была. Ну а там уже тучка. Сегодня ночью въебывал этот обогреватель. Потому что реально спать было холодно. А потом, как еду с учебы, все, пиздец просто. Я вот так вот с расстегнутой рубашкой ехал. А я в пиджаке запарился бегать, блин, квартирам сдавать листовки. Листовки. Деловой стиль. Я не знаю, как тебе, а мне нравится. Так, что, в парк поворачиваешь? Да. Так, ну вот это, в общем-то, парк. Сейчас ее со всех ракурсов. Куда вбежал-то? Тебя странным считают. Хуй в сраку, я блогер. Я блогер. Да, если да, как Медуза дольше долго доходит, то я как бы не виноват. Так, что, сразу до памятника, наверное, пойдем? Да, пошли. Потому что там ловить нехуй, там аттракционы, там школьники. Там пиздяки. Привет. А я тебя знаю. Ты что, не пьешь типа? Я не пью. Красавчик. Ну, я пью, но в определенное время. Слышь, мне показалось, он сказал, эй, что снимаешь, здорово. Не, мне послышал. Я ничего не слышу. Блять, он к тебе ближе был, ты должен был услышать. Я не обратил внимания, это больно было. Какой прям внимательный. О, смотри, это как тюнинг GTA-шка. Лоурайдерские колеса, заказные покрышки. Они же тоже белым ободком, короче, получается. Не, там белый кепь. Не-не-не-не-не, именно вот лоурайдер, они, получается, ободок полностью. Ой-ой-ой. А, особенно когда 100 долларов. Да-да-да, такое движение. А да, сядем. Так, ладно. У нас фонтанчик. Сейчас телефон мочится. Макать. Там у нас вообще, ну, типа радуга, но ее типа не видно. Типа потому что я на фронталку снимаю. Макать. Да ты не на форуме, Валёк. Макать. Не на форуме. Ты in the Melius. Все равно макать. Подходим к ГДК, где мы снимали множество видосов. Вот. Ну это, короче, угадайте, что за местность. Площадь. A breaking news. Площади. Мы на площади мы стоим, на площади. Что тут происходит? Да нихуя подобного, ничего. Да, тут ППАН, местные сходки. Местные сходки. Так, где ты там попить хотел? А это в той стороне. Ше? А вот смотри, там дальше колонки нету? А, тоже есть, да. Вот, все, пошли туда. О, смотри, фонтанчик заработал. Чек. Ну,
бля, хули. Его редко включают. Не, сейчас же жарко, ебать, это. Струи фонтанчика не замерзнут. ВДВшники-то не купаются, вот и врубили. Август прошел. Что-то, кстати, как-то он быстро прошел. Взял мою идею на заметку. Нет, то, что во время видео делать приколы, а не перед началом. Ну, какие именно приколы? Ну, вот помнишь ту фигню, которая, типа, я на тебя с воздушкой бегут? А, ну-ну. Вот это во время видео надо делать, а не в самом начале. Ну, так. В самом начале, вот именно, знаешь, это, типа, называется спойлер. Это, то есть... А вот не надо спойлерить, наоборот, так интереснее, когда... А они не будут смотреть, они включат там, всем привет, с вами Саша Чигернал, сегодня мы... И все, а это вот хоть какой-нибудь эпик там, хоть какой-то. Ладно, дело твое. Тогда повторяй это все, что ли. Сначала видео, потом в самом видео. Ебош. Ебош. Не, ну слушай, у нас все-таки там ГДК красиво. Я, когда монтировал свадьбу, видел запись с квадрокоптера. Прикольно так. Когда с GoPro-шки записывали это все. Квадрокоптер, это да, это вещь. Смотри, вот на почке, кстати, продают. Смотрите, какой Валентин диски. Кек. Это все ложь, наглая ложь. Да. Я вас выше вместе взятых всех. Сало мало ел. Это как? Прикол, короче, писали. Я когда с Аней фоткался, говорят, типа, о, какая маленькая. И потом говорят, да вы заебали на Аню говорить. Это Саня просто жираф такой. Виктора Гусева, значит, ты не видел еще. А я его видел. Да. Ну, суп, тебе выше. Ну, реально, по МИДу идем, гуляем, мимо МИДа так смотрим. Виктор Гусев. Ёпара СТ. То, что он комментирует, и это уже пофиг, не смотришь на это, то, что комментирует, и команда проигрывает. Ты смотришь, он идет, он такой бородатый, высокий, блин, полтора раза больше Сани по широте. Ты смотришь, такой охреневаешь натурально. Это Гусев? Да не верю. Это как цитаты форумных. Короче, как, есть же записки форумщика, вот, типа, мысли вслух. А вы знаете, что фарш невозможно провернуть назад? Санек, ты знаешь, что фарш невозможно провернуть назад? Кто там у тебя цитировал это все? Да, даже в статус написал. Фарш невозможно провернуть назад. Это в плане чего? Это что-то философское? Нет, просто это нельзя провернуть. В смысле, это в прямом? Или что-то философское? Вообще, это в закадричном смысле. В зажиточном смысле это все. Кек. Что-то хуйню несешь. Я серьезно говорю, нельзя фарш назад провернуть. Ну ладно. Это по-настоящему, по переносному смыслу. Все. Это в любом смысле нельзя его провернуть. Олег, назад. Мы тебя поняли. Подписчики, думаю, тоже поняли, считай. Сколько там, с 10-го раза? Вот. Мебель. Хочешь мебель? Не, я не хочу. Хочешь мебель, а мебель тебе не хочет. Не, нихуя. О, глянь. Рандонтон. Так, а мы колонку не прошли? А, нет, ладно, там еще дальше. Fuck. А я, кстати, это, что-то там фотку одну раз с Генкой выложил, где мы около площади. Он такой, в комментах пишет, окей, все, выхожу. Типа, ну, смотрю, город, ебать, Мелиус, но так никто не подошел. Что-то напиздел, наверное, кто-то. Незнакомый человек подошел бы, да. Мне, знаешь, мне в Кумере говорили, когда мы КВН, короче, играли. Вот. Говорят, типа... сфоткали машину, вот, и отошли потом в сторону. Когда у нас КВН закончился, я вышел, потом мне домой приехал, мне ВК пишет, слушай, а какой у тебя рост? Я такой, ну, явно они меня видели. Я говорю, ну, бля, 95. Я такой, о, я такой, а что не подошли? Он такой, да, блин, мы очканули, типа, там. Я говорю, а что на КВН не зашли? Он такой, ну, нас не пропустили. Я говорю, ну, блин, написали бы мне, я играю, я вас там без Б пропустил. Вот, ну, так, короче, мы не встретились, но тачку они мою спалили. Потом, в принципе, видел фотку, в группу выкладывали. Да-да, еще какая-то девка одна была, она к нам на Олимпиаду приходила, помнишь, в третий корпус? Школьники какие-то приходили. Ну, помню. Тоже потом, после, в этот же день, мне пишут в ВК, типа, а я тебя видел в ОГУ. Я такой, бля, ну а что даже не поздоровался-то, блядь? Вот, она такая, ну, блин, я стесняюсь. Я такой, ну ясно, блядь. Ты видел там, сейчас мы мимо деда проходили, там пацан стоял. Пацан. Ой, ты ёптай, такой. Слушай, мы мимо гидранта прошли. Серьезно? А ты такой... А, гидрант-то был напротив мебели. Резкий с бородой. Вот, видишь, запизделись, прошли. Сейчас у меня память тут кончится. Вот, и будем снимать на Вальковскую зеркалку. Вон он ее несет. Вот, он мне, сука, в Питер не давал. Жук. А, жук. Я сам в Москву уезжал. Москаль. Поэтому... Кто не скачет, той москаль. А давайте, ребята, немного поностальгируем. А кто помнит покатушки на Новый год,
мы шли именно по этой площади, тачки у нас стояли там. Валек вас поздравлял около вот этого здания. Это как это? Мэрия. Мэрия, да. Слушай, я не знал, что у нас даже мэрия есть. Думаю, это мэрия и называется. Мэрия — это такое поместье, где сидит мэр наш. Не, а я думал, это администрация обычная. Ну, это и администрация. Получается, это первый корпус администрации вроде как. Там определенные другие корпуса. Вот этот третий вроде, этот, я не помню какой, там связан с редакцией газеты. А, так. Там суд. Суд. Там суд. Знаешь, там суд. Там суд. Так, ну это Ленин. Ленин, как видите, стоит. У нас тут нет таких правого сектора активистов. Ну, мы же в России живем. Расслабься, это Россия. Да-да-да. Тут Ленина везде. А помнишь, как мы, короче, Новый год встречали? Это, короче, на видосе не было, но скажу вам, как было. У нас во сколько салют был? В 2 часа ночи? В час или в 2, да. Вот. Короче, было минус 24. Вообще пиздец дубак. Мы с Вальком, ну, доехали до отсюда. Вот, вышли. И, короче, нам настолько было холодно, что мы начали прыгать. И знаете, что мы кричали? Кто не скачет, той Москва. Ну, и короче, салют главный был под песню «Пропаганда». Яблоки ел. Вообще прям так по-олдскульному просто. Это вам не Скриликс с дабстепчиком. Там суд. Там у Валька штрафы по суду. Блять, это нет, это «Алмазная крошка» называется. Ну, типа, ну пленка. Я хотел сначала сказать пленка, но это матовая. Алмазная крошка, ребята. Дорогая штука это. Как карбон. Она, я не знаю, сколько стоит. Валёк, как карбон. У нас в Абсолюте продается. Так, давай, где колонка у нас? Прямо по курсу. А, прямо в собственный сектор? Все. Да. В частный, давай. Не будем. Ар-ар-ар. Набить не будем. Ар. Все, забрызжешь, надо отойти. Сквирт в лицо, сквирт в лицо. Пить не буду. Да почему? Потому что. Да блин, Валёк. Нехуй. Ну ради подписона. Нехуй. Ну у тебя просто струя там такая от этого шла еще. Я знаю. Бля, ну ладно, я отвернулся. Не проебешь, не наебешь. Не проебешь, не наебешь. Цитаты великих. Не проебешь, не наебешь. Фарш нельзя прокрутить обратно. Мамку нельзя выебать бесплатно. Get back, motherfucker, ритм. Единственная достопримечательность в нашем городе в плане пейзажев — это вот такая вот речка, которая у нас идет в частном секторе. Вот, но иногда и как. Ее видно, получается, из наших домов, 9-этажек. Вот. Ну, тут, получается, вот любовные замочки вешают. Ну, их что-то нету. А, вот один. Один! Капше. Наверное, вон, мало вон бутылочки. Да, тут больше бутылочек и покрышек. Вот, в общем, тут кто-то пытается еще рыбачить. Вот, но тут, бля, мелководье, тут максимум может по коленочке быть. Вот. Ну а если так, то в принципе красиво. Да. В половодье тут, конечно же, уровень воды поднимается. Вот. И много говна плавает. Вон, говно, говнецо. Дресня. Малафья. Говнецо еще одно. Ну и вот еще одно говнецо ходит. Ходит по городу и рассказывает вам, что это такое, что тут построили. Там еще, кстати, гидрант пути. Ты что, еще пить хочешь? Да, малафья прильется, все. Меньше тратить. Топливо трать меньше. Зачем? Чтобы это, до следующей заправки. А, кстати, да, вон колонка. Ты видишь, ты ее называешь именно вот после формы гидрант. В смысле, я это всегда называл. Название-то как умное, гидрант. Колонка. Все, похлебать воды. Я всегда так называл гидрант. Это как, побухать даже, вот. Гидрант. Гидрант. Всегда называл гидрантом. А это не слышал. Сосай, ебалок. Гидрант. Какого хуя? Все, мост обвалился. Там женщина провалилась, такая жирная. Шла, я... Мои обои. О, там детсад, теремок. Кстати, вот это вот мой дом. Какой, белый? Вон, видишь, 9-этажка. Стоп. А, да-да-да. Все, мы уже как бы, мы сделали круг по нашему городу. Ну как, не такой большой круг. Мы бы могли пройти дальше, вот там, где мы искали колонку. То есть мы бы там могли пройти бы дальше, но там, ну как, что у нас там, техническое. Техническое это пиздец.
Там ничего себе такого. Не! Валёк, смотри, не забрызгай. Рычаг? Ты снимаешь, что ли? Да. Остановил. Вот, бля, буду остановить. На. Дай мне. Я не остановил. Я снимаю его. Такой тугой. Давай. Я вставлю под эту музыку, короче, черный лосин. Оу, еее. Автоски права. А, песклявым сделаешь. Да, 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 да. Ускорю. Я уже на этом собаку съел. А теперь бородку. Иди нафиг. Теперь бородку и усы. Валёк, у тебя под носом грязно. Ты пошёл. Пидорасы вдвоём. У тебя подбородка грязная. Ага, малафья. Оу, е. Заглатывает. На. Ещё такая, кубками так. О, кстати, там вдалеке, сейчас, садик, да, теремок, мой родной, родимый мой. Там ты упал со шкафа, и поэтому такой ты сейчас умный. Ну, я говорю, ты на тачке вечером выйдешь, я уверен. На площадь, а ты что, выйдешь? Не знаю, если хочешь, заезжай. Я думаю... вот ты как, значит. Ясно, я понял твою позицию. Вот такая вот у нас политика на Украине. Кстати, ты же чистокровный, да, у нас хохол? Хрен знает. Ну, у тебя мамы на О, папы на О. Ну да, мама понимаешь? Щербенко, папа Евченко. А ты Хохленко. По-любому. У тебя Кокомбо. Кококомбо. Я только сел, это не финиш, чего? Что-то это. Ну, вы не видели, но там, короче. Пацанские цитаты. Это. Как бы сказал Стэтхэм. Вот. Идем, короче, по деревне, как будто кажется, но вот если посмотреть туда, вот сейчас пальцем покажу, там вот моя девятиэтажка виднеется, то есть через садик. Но это у нас частный сектор получается в городе. Поселок это городского типа. А кстати, да, у нас когда перестал работать химзавод, вот как-нибудь мы туда отправимся, что-нибудь снимем, потому что там просто зрелище красивое, там горы еще. Горы. Вот. Да, химзавод после развала СССР перестал функционировать, и у нас теперь стал, ну как, уже не город, а поселок городского типа, в принципе, вот так вот. Вот. Ну, не, он функционирует до сих пор, ты чё? Ну, блин, на 30%. Ну, в принципе, да. Мясокомбинат, Индюшкина функционирует. Индюшачина! Ну, Валёк, основной-то доход был вообще от химзавода, там удобрения же делают. Ну, там платину проебали, там до хирища платины было. Жадный еврей. Ну смотри, мы записываем в две камеры. Ты меня, я тебя. Вот, это крест-накрест. Да, это 2D съемка называется. 2D. Гаун, 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 гаун. Ладно, короче, все, я останавливаю. Все, он кончился. Кто? Ты кончился. А, ну так-то да. Ты меня там как приближал, отдалял, явно я кончусь. Да. Прибежал, отдалял. 20 раз. Смотри, так делал. Карусель, карусель. Где? Вон, видишь? О. Сейчас смотри, о. Это русский карусель. Кинет на такую сесть и тебя поднять. Там сразу дядя Стюпа станет. Посмотришь на мир с высока. А вот это, короче, кепка. Я ее почему заказал чисто без рисунков. Напечатаю я на ней логотип YouTube где-нибудь на видном месте. Вот. И буду собирать росписи каких-нибудь блогеров. То есть буду, если ехать на какие-нибудь сходки, вот, буду брать маркер. Вот, чтобы у меня такая была распиаренная кепка, которая. Чтобы на ней расписались, да? Да, у которых На ней расписались, на ней же до хрена подписи будет. Вообще похуй, веришь, нет. Типа графушка будет, вся. Короче, у меня кепка будет известнее, чем я. Вот там это, 9-я гимназия. Башкире. Да, такой национализм, там, блин, все в люкс-классы. Да, кстати, школа это охуенно. Я туда голосовать ездил. Ну, у нас президента Башкирии выбирали. Вот, и нам было надо брать направление именно тут, потому что дом у меня вот там. И ближайший голосовой участок, вот именно вот эта гимназия была.
Ну, там просто, понимаете, пиздец, там все в лианах так. Ну, это, конечно, кажется, в лианах, да потом, ну, это, понимаете, это красиво. То есть там вот решетки, не решетки, а вот так вот все в травой, это все. Ну, просто пиздец. Все VIP. Да, живой уголок там есть. Ну... И там специально вон общага рядом с ним, за ней есть. Это те, кто интернатские, да, либо да, те, кто колхозники. Это не общага, это интернат называется. Ну, что, давай, короче, тут завершим наши походушки. Вот мой дом, вот моя девятиэтажка. Сейчас, наверное, там мне родаки машут рукой. В общем... Мамке передавай привет. Мамку едал. Манку, запомните. За мамку банят. А за то, что вы манную кашу кушаете, за это не банят. В смысле, в Ютубе, что ли? Да нет, в игре, в танке онлайн. Пишешь манку едал, и все нормально. То есть смысл сохраняется, но если подумать, то это совершенно другое. Всем спасибо за просмотр. С вами был Саша Джаггернаут. За камерой сегодня был Валентин. Ну, а мы пошли по домам. Давай, снимай. Скверт лицо, скверт шампанского в лицо. Мне скверт лицо, мое лицо. Скверт шампанского в зиплоке. Я хочу убраться в сопли. Курим стиль, выше топы. Это сотня.